Привет! Я вижу, вам понравился мой беззубик, которого я приручила на чашку черного дракона. Это, конечно, была не легкая работа, но я справилась. Как вы знаете, я этого дракона уже отпустила на волю в далекие дали. Моему таланту дрессировщика нужна была новая жертва. Поэтому моя мама создала нового беззубика еще круче, чем прежнего. Второй версии. Встречайте! Беззубик, вылетай, не стесняйся. Красные глазки у него, шпана черные глазки. Вот он, такой красивый беззубик. Красивый же, правда же? Вот такой потрясающий беззубик. Вы видите этот знак на хвосте? Он просто сега-мега красивый! Разве можно не влюбиться в эти зеленые глазки? И да, они еще в темноте немножко светятся. Чешуйки у него блестят и переливаются. А структура кожи напоминает настоящую кожу. Ее приятно гладить. Этого дракона, конечно, уже приручила. Я его тоже отпущу. Но я знаю, что ко мне поступит новый дракон. Как вы видели в прошлых видео, я могу приручать и собачек, и кошечек на чашку. Но драконов гораздо интереснее приручать. Ставь лайк, если хочешь увидеть еще третьего дракона. Но гораздо красивее.